пятницы. Добрый день, дорогие радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Якутск сегодня». В студии работает Ларина Сукуева. За режиссерским пультом Мария Новгородова и Екатерина Голикова. На календаре 3 марта, четверг. И сегодняшний наш выпуск мы посвятим, как всегда, самым разным темам. Так, в ближайшие 15 минут мы поговорим об участии якутских школьников на международной научной конференции в Дубае. А позже побеседуем о здоровье уха и слуха. Так что, если у вас есть вопросы по этим темам нашим гостям, то смело звоните нам в студию и задавайте их. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон в студии прежний 320066, 321166. И также, конечно, вы можете задавать вопросы по WhatsApp номеру 8-411-232-0066. Итак, на днях якутская делегация приняла участие в международной научной конференции школьников Expo Sciences Asia 2022 в городе Дубай. Перед вылетом в Дубай для участия в престижной международной конференции юных исследователей ребята прошли образовательную программу «Исследовательская школа университетской гимназии. Экспресс-курс» при Московском государственном университете. О том, как все проходило и как выступили наши ребята, расскажет Василий Климович Павлов, ректор Малой академии наук нашей республики, руководитель регионального центра выявления и поддержки одаренных детей и участник этой конференции Роман Охлопков, ученик 11 класса специализированного учебно-научного центра университетский лицей СВФУ имени Амосова. Здравствуйте, добрый друзья. День. Здравствуйте. Ну, в первую очередь я хотела вас поздравить. Якутские школьники хорошо, да, показали себя как на международной конференции. Какие впечатления вообще у наших школьников от Московского университета, Роман? От Московского университета у нас были просто потрясающие ощущения. У нас была экскурсия в Институт ядерной физики МГУ. Здание просто потрясающее, все такое отдает, так скажем, советской эстетикой. Все очень старое. Ходят ученые в халатах, это, ну, взбудораживает. Гудамус игитур. Да. А по каким критериям были отобраны для участия в конференции школьники, Василий Климович? Ну, у нас существует Малая академия наук Республики Саха-Якутия, которая уже создала систему отбора. Она базируется на таком флагманском мероприятии, которое у нас называется «Шаг будущего» Никиты Горды по имени знаменитого нашего академика Владимира Петровича Ларионова. Угу. Которую мы проводим каждый январь во время наших каникулов школьных. И тут уже отбираются ребята, которые, в общем, в последующем попадают в разные международные и всероссийские конкурсы. Эти работы примерно 300 детей, из них особенно те, которые талантливы в английском языке, хорошие у них работы, были отобраны на этот раз. Но на самом-то деле отбор он проходил еще летом. Значит, многие ребята готовились заранее и прошли довольно большой многоэтапный такой процесс подготовки. И после этого, значит, мы их собрали вместе. Ребята из разных районов. Значит, это из Мирного, из Нерюнгри, из города Якутска, естественно, и из Сунтарского улуса. А сколько ребят в итоге поехало в МГУ и далее? Да, в итоге поехало 13 у нас участников. Это самая большая по количеству детей делегация? Участников делегации в этом международном событии, которое является очным. Это первое за, ну, получается, 3 года, как у нас не было больших таких очных мероприятий международных, и это вот впервые мы встречаемся через 2 года после вот последнего мероприятия, которое было. А по каким направлениям вообще вот участвовали ребята в этой конференции? Это было IT или какие-то, может быть, гуманитарные науки? Там в основном, естественно, это инженерные, научно-технологические. Получается, у нас IT, искусственный интеллект, соответственно, большие данные. Ребята свои инженерные проекты показали. То есть очень высокотехническое такое направление. Ну, особенно интересовал космос, да, так сказать, как вы видите здесь. Значит, сама брошюра вот данного мероприятия, и тут вы видите уже изображение, значит, космонавта, да, или астронавта. Здорово. Сейчас очень модно. А вот скажите, вот 13 человек наших ребят отправились вначале в МГУ, и получается, это же количество ребят отправились далее на международную конференцию, или я ошибаюсь?
Да. Ну, у нас было одно событие, да, так сказать. Дело в том, что каждый раз мы проверяем ПЦР, да, так сказать, и если у ребенка соответствующая ситуация, да, так сказать, то, к сожалению, у нас один ребенок выявился с положительным результатом, поэтому он остался в Москве, да, так сказать, но при МГУ, да, так сказать, соответственно, за ним был очень хороший уход и прочее, но остальные ребята поехали, и что хорошо. Роман, скажите, пожалуйста, а чем конкретно вы занимались вот в Московском университете? В Московском университете мы занимались, ну, мы ходили на лекции от различных преподавателей, занимались спортом, зарядкой, да. Вообще это было похоже на лагерь. Лагерь. Да. А где жили? Мы жили в гимназии МГУ, в общежитии, вместе с ребятами. Да. Ага, те ребята, которые там и учатся, наверное, да? Да, это огромный такой, огромная школа, да, там свыше 27 тысяч квадратных метров, гигантские такие площади, да. Да, и собственный бассейн, спортивные залы, дети там собраны со всех концов нашей большой страны, опять же по конкурсу туда попали, это получается 9-10, да, 11-й класс. Да, там с 8-го класса. Да, с 8-го класса ребята. Ну и, соответственно, там уже выгодно очень, потому что получается настоящие ученые, которые ведут очень хорошую научную деятельность, сами вот работают с детьми напрямую, со школьниками. Ну, вам повезло. Выгодно очень. Наверное, Роман, у вас появилось желание учиться в МГУ далее, после школы? Да, ну, или в каком-нибудь другом планы. Факультете, да. Угу. Ну, все же вот подбираемся к самой главной кульминации, да, нашего разговора. Как прошла международная конференция вот для нашей якутской делегации? Она, как всегда, была очень успешна для нас, потому что нас давно знают. Мы с 2017 года участвуем в больших мероприятиях, которые проводит МИЛСЭТ. Это международная организация по продвижению научно-технического творчества среди молодежи. Она всемирная организация. В этом году 35 лет ей исполнилось. Я являюсь членом исполнительного комитета континентального регионального отделения данного международного, значит, союза. Ну и, соответственно, значит, наши ребята очень часто ездили раньше, до пандемии, mm-hmm. активно участвовали во всех мероприятиях. Это очень интересно, потому что участвуют почти все континенты. Африканские дети, латиноамериканские, Южная Америка, Африка, я как сказал, да, Северная Африка, плюс Ближний Восток, европейские дети, ну, и вся Азия. И в этот раз вот так и было? И в этот раз было 30 стран. Ну, много, конечно, детей из Ближнего Востока, да, соответственно, европейские дети были. Очень понравились итальянцы, да? Да. Кто вам понравился? Турецкая делегация очень веселая. А итальянцы оказались очень шумными людьми, на самом деле. Да, то есть это не миф, да, что итальянцы очень активные и шумные люди. Да. А какие работы представили вот наши ребята? У наших ребят очень обширное такое творчество в направлении научно-технологических исследований. Особенно, значит, интерес как раз использования больших данных. У нас ребята в основном работали с софтверными проектами. И также были очень хорошие работы, связанные, например, сейчас называется метаверс. Это то, что искусственное как бы пространство, да, в котором люди могут обживаться, заниматься творчеством и прочее. Это 3D, значит, пространство, в котором можно проводить различные мероприятия. И вот у нас один такой мальчик, он создал свою такую метаверс, которая оказалась очень популярным, и сама организация международная решила использовать ее как свою платформу. Ну, в условиях, да, нынешнего, да. Вот, ситуации всей не требует личного присутствия. А, Роман, а вы с какой работой отправились в Дубай? Я отправился с работой анализ лесных пожаров в Горном Усе. Тема довольно насущная для жителей нашей республики. Я проанализировал Горный Ус. Как вы знаете, там пострадало всего 5 кюэль. Ну и вот, и поэтому я решил взять именно этот улус для анализа. Это получается экологическая, да, у вас была работа? Да, ну, Space Science. Ага. То есть я анализировал спутниковые снимки и вывел площадь пожаров. Фактически это работа, связанная с моделированием возможного распространения пожаров. Также оно может в дальнейшем использоваться в качестве основы для математических моделей, которые можно исследовать для того, чтобы прогнозировать, каким образом пожары в дальнейшем, в следующие годы могут распространиться в данной местности.
И вот вы обнаружили же еще интересное что такое. Что вы обнаружили? Расскажите. Обнаружили особенность. В 2014 году тоже были пожары, довольно неслабые. И я вот решил взять одну гарь из этого 2014 года и проследил его вплоть до 2021 года. И оказалось, что гарь, которая сгорела в 2014 году, вообще не пострадала в 2021. То есть сгорела территория ровно вокруг нее, повторяя прям контур. Гарь? Да. То есть то, что да. раньше горело, оно да. не возгорелось в данном случае. То есть не повторяется, не получается, да? Интересно. Роман, вот вы принесли с собой что-то еще, вот расскажите об этом. Что это? Вот медаль. Да, вот это медаль. Expo Sciences, золотая медаль, как вы видите. Ну, ее дали всем участникам. И вот такая вот грамота. Очень хорошая, подписанная директором, президентом Милсет и чейрменом, ну, заседательным да. человеком Милсет Сайенс Клаб. Альбастаки. Да, Эльза Альбастаки. Да. Он, кстати, подходил к нашей делегации, интересовался очень сильно. Да. А это вообще вот конференция, это как проходит как конкурс, там есть победители? Ну, это на самом-то деле интерес такой, да, так сказать, что мы собираем всех молодых исследователей для того, чтобы они пообщались, смогли коммуницировать свои идеи, это очень важно, чтобы мы развивали так называемые soft skills, особенно то, что называется коллаборацией, потому что от этого зависит все будущее. Вот мы сейчас находимся в такое сложное время, да, так сказать, санкционное и прочее, но наши дети все равно будут жить во времени, когда нужно будет очень много общаться, коллаборация все равно будет, потому что наука — это очень международное мероприятие. Я еще знаю, что в рамках вот участия международной конференции юных исследователей наши школьники смогли посетить Экспо 2020. Вот какие впечатления у вас остались? Это просто невероятно огромная площадь, на которой все страны мира делятся своей культурой, своими научными достижениями. Это прекрасно, что это место вообще существует, собирает все страны мира, и ты ходишь вот слева павильон Таиланда, справа Малайзии, а вот там дальше стоит российский павильон. И ты заходишь куда угодно и смотришь на выставку их. Как будто совершил кругосветное путешествие, да? Замечательно. А вот расскажите нашим телезрителям, что нужно сделать, чтобы попасть вот в следующий раз вот на подобную образовательную программу. И вот не успеваем, к сожалению, ответить на этот вопрос. Я думаю, значит, в другой раз вы придете к нам в студию и поделитесь своим мнением и впечатлением. Я еще раз вас поздравляю с такой замечательной, ну, замечательным участием в международной конференции. Всего доброго и до свидания. Сейчас, дорогие друзья, мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь. Далее поговорим о здоровье слуха и уха. Лицы. Добрый день, дорогие друзья и радиослушатели, и телезрители. И программа «Якутск» сегодня продолжает свою работу. На календаре 3 марта. И сегодня во всем мире отмечается День охраны здоровья уха и слуха. Слышать звуки для человека так же естественно, как и дышать. Но в отличие от легких, уши не имеют защиты и подвержены негативным воздействиям окружающего мира больше, чем другие органы. О том, как следует беречь свой слух, о лечении слуха, сегодня нам расскажет Снежана Сидорова, врач оториноларинголог медицинского центра города Якутска. Извините. Здравствуйте, Снежана Евгеньевна. Здравствуйте. Друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире, так что смело звоните нам в студию, задавайте вопросы специалисту по поводу здоровья уха и слуха. Телефон в студии у нас прежний, 3200-66, 3211-66. И у нас работает WhatsApp номер, я напомню его цифры, 8-411-232-0066. Снежана Евгеньевна, скажите, вот я не зря, да, запнулась на названии вашей специальности, вот, а как правильно, да, говорить оториноларинголог или лор, вот, в чем разница? Наша специальность объединяет три органа, это ухо, горло, нос, поэтому правильнее будет врач-оториноларинголог. Но, конечно, есть такая аббревиатура, как лор, потому что люди не могут, конечно, полностью выговорить как слово вот оториноларинголог. То есть это не будет ошибка, если мы скажем врач лор.
Да, это как бы сокращенная аббревиатура. Ага. Вообще, расскажите, пожалуйста, с какими проблемами якутяне чаще всего обращаются к лору? Патология встречается всех органов, и уха, и горла, и носа, так как у нас холодный климат, и поэтому наши органы не больше всего подвержены, потому что они находятся на, как говорится, на поверхности. Поэтому и проблемы носа, и горла, и уха, мы сталкиваемся со всеми патологиями. То есть нет такого, что чаще горло или уши? Да, такого нету. Угу. Ну, поскольку сегодня день слуха и уха, да, вначале я хочу вам задать вопросы касаемо ушей. И вопрос первый у меня такой. Почему появляются серные пробки, и можно ли их удалять самостоятельно при помощи ватных палочек? У каждого человека вырабатывается своя сера. Она может быть светлой, темной. Это все зависит от организма человека. А пробка образуется вследствие, чаще всего это использование ватных палочек, когда люди чистят поверхность, но частично оно утрамбовывается и как бы прессуется внутри слухового прохода. Вот. Поэтому или... не надо, да, чистить да, ватными палочками? Мы всегда предупреждаем пациентов, что не надо пользоваться ватными палочками именно вот внутри уха. Он может только чистить на поверхности, это ушная раковина получается. А чем? Вот в чем заключается гигиена ушей тогда? Если лишний раз не стимулировать, да, наружный слуховой проход, да, ушную серу, железу, точнее, да, тогда сера вырабатывается очень медленно. Для чего вообще бывает сера? Это защита уха. Оно в небольшом количестве в ушах должно быть, когда попадает вода или когда ветер дует, да. Защищает. Да, получается. Это защита. Вот. Если слишком интенсивно образуется сера, то это, скорее всего, говорит о нарушении микрофлоры и поверхностных вот бактерий, которые находятся на коже. А как это понять вот самому, вот, что вот у меня часто появляется сера? То есть она как-то сыпется, я вижу это, да? Люди все равно начинают чувствовать дискомфорт, что там как будто есть налет, да, или как будто там забито, или шуршит, да, когда плохо вот, слышно, да? Да, плохо слышно, снижается слух. Тогда они приходят и обращаются к нам. Если есть такая тенденция, что мы пациенты видим часто и что там образуются пробки, вначале я всегда рекомендую посмотреть на рацион, потому что все равно. С питанием зависит это, да? Да. Ну, я так считаю, что все равно на качество серы и то, что выделяется с кожей, вообще даже на поверхности другой кожи, ну, других частей, ага. Оно именно вот я связываю с тем, что... Что мы едим. А вот вы вначале говорили, что у каждого человека свой цвет серы, да? Вот если темный или светлый, это говорит о том, что вот, например, если темный человек не здоров или он неправильно питается? Можно и так сказать, да, что есть какие-то изменения в организме, обменные какие-то нарушения, да, сахара, может быть, или билирубина, то качество серы, оно бывает разное. Как интересно, в первый раз такое слышу. Ну вот давайте вернемся к теме гигиены ушей. В старину у наших предков, например, у моей бабушки была такая вот маленькая штучка, как ложечка. Она была еще и серебряная, специально для чистки ушей. Вот мы ее называли копоушка. Да, вот, она так и называется. Вот правильно вот такими вещами пользоваться или опять же нет? Анатомически оно не подходит, я бы так сказала, по длине и по как оно вот как оно извитое по форме, угу. Да, оно не всегда подходит на вот именно для чистки уха. Ну, с поверхности, скорее всего, можно убирать, но не глубоко. Да, не глубоко. Но все равно оно не гарантирует то, что можно убрать все. Угу. Ну, то есть в какие-то верхние слои, то, что видно, то, что вот да. Может быть дискомфортно и прочее, да? Хорошо, следующий вопрос. Сегодня в нашей жизни, особенно городской, слишком много шума. Более того, в транспорте редко увидишь молодого человека без наушников. Он слушает музыку, смотрит фильмы и так далее. Вот. Как вот, вот этот шум, это постоянное вот, нахождение в наушниках, может ли это повлиять отрицательно на слух? Да, как любое шумовое воздействие, оно влияет на нашу барабанную перепонку, да, и на работу слухового нерва.
когда мы постоянно слушаем какую-то музыку, да, или наушники находятся вот... барабанная перепонка постоянно подвергается воздействию. И получается, за счет этого воздействия она может изнашиваться быстрее. Угу. Поэтому я бы рекомендовала ограничивать по времени в сутках использование наушников и также соблюдать гигиену, чистить поверхность наушников и так далее. А вот по поводу уровня, да, разрешенного уровня звука, чтобы было комфортно, чтобы было, ну, как бы разрешено, да, врачами-лорами, сколько в децибелах он должен равняться? Вот? Ну, примерно хотя бы. В литературе указывается, что это должно быть 55-60 децибел. Угу. Если оно больше, то, конечно, это вызывает напряжение слуха. А вот вы сказали, что барабанная перепонка чаще, ну, часто так как бы напрягается, да, условно, от вот этого шума. А надо ли в таком случае какое-то время, может быть, раз в сутки или, может быть, даже реже, находиться в полной тишине? Ну, полезно ли это будет для нашей барабанной перепонки или нет необходимости? Да, конечно, полезно, потому что надо немножко разгружаться. Невозможно же все время... работать, действовать. Это, наверное, может только сердечные мышцы в нашем организме. А уши все равно они должны отдыхать, чтобы и человек мог и нормально уснуть, и чтобы лишний раз не было нагрузки на работу и нервы, и чтобы не было нервного напряжения. Угу. А вот те специалисты, чья профессия вот связана с громким звуком, да, вот с какими проблемами могут сталкиваться, и вот как часто вот вообще к вам обращаются? Профессиональные заболевания, наверное. Да, есть такое профессиональное заболевание, как вот оно котируется как смешанная тугоухость, потому что помимо того, что идет воздействие шума, есть еще воздействует вибрация. Угу. Вибрация передает вот это инструментов, это приборов. Бульдозерист, да? Наверное, да, вот. Или кто на заводе работает, может быть. Да. И такие люди, они подвержены раннему снижению слуха. Как вот. Много вообще обращается вот таких вот людей? У нас в Якутске и в Якутии, может быть, вы знаете. Да, у нас же в Якутске очень много организаций промышленных. Да, вот. У нас есть отдельно профцентр, который именно занимается такими пациентами. Профессиональными заболеваниями. Профессиональными заболеваниями, да. Угу. И к нам тоже обращаются, но в основном курирует их профцентр. Ага. Давайте вернемся вот к теме звука и наушников. Я слышала, что наушники, особенно вот маленькие, да, о которых вы говорили, что их нужно чистить, вот эти вот iPods, да, могут ломаться. Их обломки, частички, соответственно, попадают в ушной проход. Вообще, были ли у вас такие случаи? И возможно ли это? Что сделать, чтобы избежать таких вот ситуаций? В моей практике такого не было. В основном... какое-то вот инородное тело, чаще всего бывает так, что это вата осталась в ушах. Вата? Вата, да, от ватной палочки. Но я еще не встречала, чтобы наушник сломался, и там обломки остались. Ну, теоретически, наверное, это возможно. Скорее всего, да. Если он был в наушнике, да, человек... Может быть, да? Нет, там же детали не такие. Если, я думаю, если бы было бы прямое вот травматическое воздействие, да, например, человек упал, да, шел-шел, ага. И упал, и он был в наушниках, и там что-то вот случилось, и действительно там травматизация идет. В таком случае надо сразу обращаться к лор-врачу, чтобы посмотреть целостность кожного покрова, да, и самой барабанной перепонки. Ага, спасибо вам за этот ответ. Дорогие друзья, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, так что вы смело звоните нам в студию, задавайте вопросы нашему специалисту, врачу Лору. Мы сегодня говорим о здоровье уха и слуха. Снежана Евгеньевна, скажите, пожалуйста, а вот с какими симптомами, да, сразу следует бежать вот к вам? Вот с какими симптомами, вот ушными симптомами, проще говоря? Самым первым это снижение слуха, да, резкое, и появление шума, потому что когда резко снижается слух, там бывают очень считанные дни, когда можно реабилитировать и помочь пациенту, и с шумом в ушах также. Я вот именно две эти жалобы, да, считаю, что надо незамедлительно обратиться к лор-врачу. А с чем это чаще всего связано бывает? Это бывает связано либо с
густотой крови, да, например, мог быть какой-то микротромб, да, потому что сейчас, так как при коронавирусной инфекции чаще всего сгущается кровь, и может быть так, что где-то тромб образовался и закупорил какой-то мелкий сосуд. Или, например, травма. Mm-hmm. Люди бывают, что получают травму и не сразу обращаются. Либо как отит, да, как осложнение простудного заболевания может привести к снижению слуха. А отит все-таки может, да, привести к этому. А вот отит, симптомы отита вот какие это? Давайте напомним нашим телезрителям, слушателям. Это получается боль, наверное, боль. Она бывает разная. Бывает колющая, стреляющая, ноющая. Это может быть заложенность уха, снижение слуха. Некоторые говорят, что это как под водой ощущение и так далее. Ага, вот как будто в основном эти симптомы. Хорошо, спасибо вам за этот ответ. Дорогие друзья, сейчас мы уходим на короткую рекламную паузу. Не переключайтесь, мы работаем в прямом эфире, так что звоните нам в студию, задавайте вопросы врачу Лору. Телефон студии прежний 320066 320166. Программа «Якутск сегодня» продолжает свою работу, и мы продолжаем говорить о здоровье уха и слуха. У нас в студии врач оториноларинголог медицинского центра города Якутска Снежана Сидорова. Мы работаем в прямом эфире, так что звоните нам в студию и задавайте вопросы нашей гости. Телефон 320066 321166. И вы, конечно, можете отправлять вопросы по WhatsApp номеру 8-411-232-0066. Снежана Евгеньевна, ну, лор, специальность, она, наверное, в эти последние два года, ну, обрела свою такую актуальность. Особенно это связано с тем, что вот коронавирусная инфекция и обоняние, и вкус, потеря, да? Вот как вот, вот как долго сохраняется искажение запахов и вкусов, и через какое время они могут вернуться? Поражение... Вот обонятельная луковица, да, это вот основная причина, почему идет нарушение работы обоняния. Оно вот было вот как первой, да, первой волне ковида самым вот главным основным симптомом. Люди замечали, что у них пропало обоняние, да, пропало вкус, обоняние. Это значит точно ковид. Да, угу. Потому что ранее редко встречалось, что бывало, что обоняние пропадало. Чаще всего это было просто механически пропадало обоняние. Угу. Так, давайте ответим тогда на телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. Здравствуйте, говорите. Так, у меня два вопроса. Ага. Ну, лор, врач, я знаю, что и ухо, и горло, и нос, да? И поэтому хочу спросить, от чего появляются корки в носу? Корки в носу, ага. Угу. И второй вопрос? И второй вопрос. Вот сейчас молодежь с наушниками ходит. Влияет ли это на слух? На слух? Ага. Спасибо вам за звонок. Про слух мы только что сказали, и наушники. Давайте повторим, да, для нашей, да, телезрительницы. Мы ранее уже ответили, что постоянное ношение наушников, какой бы они формы ни были, они все равно нарушают работу барабанной перепонки, слухового нерва. Поэтому я повторюсь, то, что надо ограничивать по времени использование любых наушников. А сколько времени в день можно вот слушать музыку, ну, в наушниках? Скорее всего, это будет индивидуально. Но... Ну, в среднем примерно. Ну, наверное, час-полтора, если не более. Ага. Вот. По поводу, да, первого вопроса, про поводу корочек в носу. Там может быть несколько причин, да, это, во-первых, сухой воздух, то, что у нас сухой климат, да, во время отопительного сезона чаще всего образуются корочки, засыхает слизистая. Может быть, это связано с нарушением водного баланса, воды не хватает и сушится, да, и корочки образуются. Потому что слизистая полости носа, она все равно должна быть увлажненной. В носу всегда есть какая-то вот слизь назальная. Или, может быть, второе, это бактерии-носительство. Все равно в полости носа есть своя бактериальная флора. Если у нас иммунная система хорошая, можно сказать, да, то она находится в балансе. Если мы заболеваем или она у нас снижена,
количество этих бактерий может увеличиваться и вызывать изменения самой назальной слизи. Тогда они могут образовываться вот в корочке, которая доставляет дискомфорт пациентам. А можно ли самим там как-то вот споласкивать нос? Да, сейчас очень много средств для гигиены полости носа. Они именно вот бывают, ну, более такие мягкие в виде спрея, да, или струи. Как морская вода, да? Да, как морская вода, да. Можно физиологическим раствором промываться. Получается, это как туалет. Туалет носа. Так же, как и чистить зубы, можно также утром и вечером прочищать носовые ходы. Ага, ну как интересно. У нас есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте, говорите. Алло, здравствуйте. Да, говорите. Город Олекумск. Вот такой вопрос. Вот человек после ковида выздоровел, ага, но это вкус не чувствует. Ага. Как тут быть? Лечить могут или сама пройдет ли? Ну, ответьте, пожалуйста. Спасибо вам. Спасибо. Да, вот ранее же был вопрос, я полностью не ответила. Поражение обонятельной луковицы, да, вот, которая отвечает за обоняние, оно может быть разное. У каждого оно разное. Какая была вирусная нагрузка, от этого зависит, да, насколько оно бывает. У всех, как мы заметили, да, он бывает разный, да, вот эта симптоматика пропадания обоняния. У некоторых оно быстро возвращается, у некоторых держится долго. Вот. Я считаю, что это зависит от вирусной нагрузки и были ли до этого у этого человека, пациента, да, какие-то проблемы с носом. У кого ранее были проблемы, оно как-то вот намного глубже идет поражение. То есть получается, если ковид человек перенес тяжело с потерей обоняния, то вернется оно не скоро. Вы это имеете в виду, да? Да, у всех это индивидуально. Как они перенесли, это не является фактором. А-а-а. Вот. Есть, у нас были на практике пациенты, у которых они легко перенесли, но обоняние долго не восстанавливалось. Но по прохождению времени, да, там полгода или год, у некоторых полностью восстанавливалось. Но сейчас это еще не полностью изученная тема, поэтому сложно что-либо конкретно сказать. А вот мужчина-то позвонил по поводу обоняния, вкус. А вот что по поводу вкуса-то? За вкус еды же отвечает обоняние, получается. Ага, мы именно, они... да, язык он может чувствовать, что это сладкое, острое, кислое, ага, и так далее, да, солено-сладкое. А именно что это вот мясо, что это вот именно лимон, помидор именно отвечает обонятельный нерв. Это именно вот носом мы все это чувствуем. А почему тогда получается, что кто-то, например, я вот по себе сужу, да, когда ковидом заболела, запахи пропали, а вкус остался? Я различала лимон, шоколад и мясо. Не только можно определять звук, вот этот запах и вообще вкус именно вот кончиком, да, вот этого обонятельного нерва. У нас еще в носоглотке есть кончики других, которые за вкус, да? Да, которые помогают, являются вспомогательными, и частично все-таки вкус еды он может сохраняться. Ага, понятно. У нас есть телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Можно говорить, да? Да, конечно. Ага. У меня вопрос такого характера. Говорите, ага. Ага. У меня вопрос такого характера. Переболела через полмесяца, уже полмесяца прошло. Ага. Говорите, ага. И это вкус еды не чувствую, обоняние есть. А вот вкус еды совсем не чувствую. Вкус это когда пройдет? Когда пройдет. Вот. Спасибо вам за звонок. Да, как я уже ответила, это у всех индивидуально. Конкретно вот через какое-то время вернется, я не могу сказать. Это будет ложная информация. Поэтому я думаю, надо обратиться к специалисту, чтобы был квалифицированный осмотр и выявили, есть ли какие-то воспалительные заболевания. Может, это не связано с ковидом, да? Да, возможно, это... Да, прямой связи нету. А вот еще тут у нас поступил WhatsApp вопрос по поводу искаженного
вкуса и обоняния после перенесенного заболевания коронавирусной инфекцией. После болезни поняла, что не выношу запах и вкус жареной и тушеной жеребятины. Просто выворачивает. Вернутся ли прежние вкусы и запахи? Я же люблю жеребятину. Вот такой вопрос. Да, у нас были такие пациенты, которые говорили, что поменялись вкус на те или иные продукты. Чаще всего это именно белковая еда. Мясо как раз. Да, как раз мясо, яйца, да. Вернуться или нет? Да, я же не могу как гарантировать то, что оно может вернуться через какое-то время. Эта область еще полностью не исследована, поэтому можно попробовать стимулировать работу, да, именно обонятельной луковицы, или, возможно, пересмотреть свое питание. А вот есть ли какие-либо программы реабилитации по лор-нарушениям в нашей республике и городе, где как раз-таки можно было бы как с помощью какого-то лечения или упражнений вернуть вот... Сейчас, получается, есть же углубленная диспансеризация перенесенных, кто перенес ковид. Если у них есть жалобы по нашему профилю, врачи, терапевты направляют именно к лор-врачам. Мы смотрим, выявляем, есть ли какая-то патология, и, конечно, по согласно рекомендациям назначаем лечение. Угу. Тут у нас еще WhatsApp вопрос поступил. Здравствуйте, при тугоухости 4-й степени, что посоветуете? С одной стороны, мне 31 год, а диагноз поставили в 7 лет. Вот такой вот вопрос. Что вы посоветуете при тугоухости 4-й степени? При тугоухости 4-й степени, это получается уже последняя степень, да? Тугоухости, снижение слуха. Я могу порекомендовать слухопротезирование. Это слуховой аппарат. Угу. На одно ухо? Да, можно на пораженную сторону. Если другая сторона хорошо слышит, то можно не надевать на него слуховой аппарат. Но сейчас есть рекомендации, когда если есть снижение с той стороны, то бинауральное слухопротезирование. Это вот с двух сторон, чтобы они работали в тандеме. Угу. Так, спасибо за этот ответ. Еще вопрос у нас по WhatsApp. Здравствуйте, что могут сказать насчет шума в ушах? Шум в ушах. Да, у шума в ушах несколько причин. Чаще всего это бывает поражение самого слухового нерва или из-за сопутствующих патологий. Это может быть нарушение проходимости сосудов, да, магистральных и так далее, основных. Либо изменение реологических свойств крови, это вот густоты. Поэтому вот так сказать сложно. Поэтому при шуме в ушах мы всегда рекомендуем проходить исследование, обследование. Это МРТ, да, головного мозга с прицелом на мозгово-мозжечковый угол, да, и обследование у сурдолога. Это проходить аудиометрию, импедансометрию и... Спасибо, Снежана Евгеньевна, за полезную и интересную беседу. Я желаю вам здоровья, всего доброго. До свидания, дорогие друзья.